Итак, дорогие телезрители, сегодня мы хотели бы затронуть тему любви, и нашим таинственным проводником, чье лицо мы скоро увидим, станет Светлана Горбачева, ведущая и создатель, а также вдохновитель знаменитого, небезызвестного блога «Лакшери и Делюкс». Она расскажет нам все о любви прямо сейчас, здесь, в The Bar. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о любви, потому что... Почему? Потому что любовь – это всегда актуальная тема. Это то, что затрагивает сердца каждого из нас. И сейчас я расскажу вам, что такое любовь. Любовь – это когда... Подождите, вот мы должны представить второго участника дискуссии или монолога, я не знаю, как это называется, коллоквиума любовного нашего, любовного. Это Наташа Пядина, небезызвестная Наташа. Итак, друзья, что такое любовь? Любовь – это когда есть кому голову преклонить. Итак, мы начали сразу с такой ноты. Любовь – это здорово. Любовь – это идеальное сочетание силы и сладости. Любовь – это когда не злоупотребляешь лосьоном после бритья. Любовь – это порой и шок. Любовь – это когда знаешь, в какой момент следует оставить ее одну. Совсем одну. Любовь – это сладостный запах ее духов. Любовь – это свидание, за которым следует счастье. Любовь – это когда берешь его с собой собирать клубнику. Любовь – это когда не устаешь смотреть на родное стареющее лицо. Любовь – это когда играешь в бильярд. Любовь – это когда даешь мамочке возможность заняться собой. Любовь – это когда ты всегда рядом, чтобы пожелать спокойной ночи ему. Любовь – это стараться не брать верх друг над другом. Любовь – это освежающий напиток для тебя, когда ты совсем заработался. Любовь – это две счастливые кружки. Любовь – это отдать ей все до последней капли крови. Любовь – это когда кофе хорош и без сливок, когда ты рядом. Любовь – это загадка. Mystery. Любовь – это элемент риска. Любовь – это ужин вдвоем, когда дети спят. Любовь – это когда умеешь видеть его в привлекательном свете. Любовь – это когда влюбляешься без оглядки. Любовь – это если это когда выясняется, что вдвоем вы попали в затруднительное положение. Это вот ребенок. Оно и что.